Дорогие коллеги, добрый день. Мы продолжаем цикл занятий, посвященных разнообразным вопросам клинической фармакологии. И мы все еще продолжаем вопросы общей клинической фармакологии, общих вопросов. Меня зовут Олег Талибов. Сегодня мы продолжим разговор об особенностях фармакокинетики и фармакодинамики, но теперь уже связанных с теми или иными наследственными особенностями человеческого организма. И сегодняшняя тема, сегодняшняя короткая лекция будет посвящена самым-самым основам, основным принципам фармакогенетики и фармакогеномики. Но я потом немножечко поясню различия между этими двумя терминами, потому что они нередко перемешиваются, а употребляются взамен друг друга, что не совсем правильно. А сейчас вот посмотрите, вот если просто взять некую толпу людей, условных людей, и посмотреть, как на них действуют лекарственные препараты. В принципе, всех нас можно разделить на четыре больших категории. Это люди, у которых лекарственные препараты эффективны и безопасны, это то, собственно, чего мы добиваемся, когда разрабатываем какое-то лекарственное средство. Это люди, которые, несмотря на эффективность лекарственных препаратов, не могут их принимать, либо принимают их в маленькой дозировке, а потому что у них проявляются токсические эффекты этих лекарственных препаратов, то есть у них препараты эффективные, но небезопасные. Ну и два других препарата, препараты такие саботажники, это неэффективные и небезопасные препараты, то есть лекарства, которые не помогают, но только вредят человеку. И препараты, которые, ну, по счастью, вообще никоим образом не влияют на организм, а они эффективны и безопасны. И если мы будем говорить сейчас не о разных лекарственных препаратах, а, например, об одном и том же лекарстве, то все равно для каждого практически лекарства мы можем в популяции найти людей, которые в той или иной степени относятся к... можно разнести вот в эти четыре квадранта. И зависимость от того, куда кто попадет, в какой квадрант, она обусловлено во многом генетическими особенностями организма. Потому что все мы с вами очень разные, хоть мы принадлежим там, к одному биологическому виду, но все мы даже, вот, если просто посмотрим друг на друга, внешне уже очень даже различные. Существуют разные расы, существуют разные этносы, существуют разные типажи людей. Ну и, естественно, наши белки, наши ферменты, они тоже работают очень по-разному. Это связано с тем, что у нас разная наследственность. Если мы вот сейчас немножечко уйдем от лекарственных препаратов и сейчас немножечко поговорим о том, каким образом разные люди реагируют на алкогольные напитки. И вот посмотрите, если мы просто возьмем, пойдем по Евразийскому континенту, и пойдем слева направо, да, с запада на восток, а пойдем а, с, а, от, от Европы к а, а, Азии, мы можем увидеть, что чем дальше на восток, тем хуже переносимость алкоголя. Алкоголь можно воспринимать как таковой тоже такой аксенобиотический, биологически активный, а, активный а, объект, который вмешивается в а, функцию человеческого организма. И вот смотрите, что получается. Действительно, каким-то образом во время человеческой эволюции случилось так, что какие-то расы, какие-то этносы, какие-то нации, они сформировали по какой-то причине, причине переносимость алкоголя, а по какой-то причине другие, например, этносы или расы или народы, они алкоголь не переносили. Вообще. Ну, вот эволюция она идет по такому пути. Если какая-то наследственная особенность дает тем, кто ею обладает, определенные эволюционные преимущества, то эта наследственная особенность имеет э, шанс закрепиться, у размножиться, увеличиться в этой субпопуляции. И вот давайте просто подумаем, сравним, возьмем там. А в какой момент, что могло привести к тому, что разные культуры и разные этносы по-разному начали переносить алкоголь? Кто лучше всего переносит алкоголь? Западные европейцы, ну, представители осколки так называемой средиземноморской цивилизации и, там, скажем, британцы. Почему это произошло? В чем причина? Почему, если мы уйдем на восток евразийского континента, почему, например, китайцы... Они алкоголь переносят очень плохо, потому что просто у них немножко по-другому работают метаболизирующие этиловый спирт ферментативные системы. Вот смотрите, какое-то преимущество, наверное, было. А давайте вспомним: в средневековье европейские города. Высокая скучность населения и главным регламентирующим фактом жизни в этих городах, главным регламентирующим фактом продолжительности жизни населения являлись инфекционные заболевания. Чума она случалась от случая к случаю, эпидемии к эпидемии, но проблема инфекции в средневековых городах это была в первую очередь проблема недостатка гигиены, отсутствие водопровода, недостаточно полное понимание гигиенических процедур. И самое главное, основной суперспредер, основной источник разнообразных инфекций ⁇ это вода. Вода, инфицированная разными желудочно-кишечными желудочно возбудителями. И вот э, тогда уже появилось понимание, что если пить не воду, а вино, то шансов выжить гораздо больше, шансов быть пораженным э, желудочно-кишечной инфекцией гораздо больше, поэтому вода оставалась, ну вот там, я не знаю, где-то в стороне, и действительно люди пили вино, и в основном э, умение э, пить э, вино, оно давало вот эти вот преимущества в условиях, в условиях раннего средневековья. Уйдем в Китай. А что же Китай? Было мало народу? Да нет, огромное количество людей. Тоже города, тоже города там за городскими стенами, ну там, я не знаю, их неоднократно разоряли а, а, кочевники, но все равно это было скучное население. Огромные города азиатской цивилизации. А почему же у них не возникало вот этого? А здесь две другие причины. Особенности питания, особенности питья. Если вы вспомните, что пили китайцы, китайцы очень давно начали пить чай. Просто для того, чтобы приготовить чай, надо вскипятить воду. Да, европейцы ну не дошли до того момента, что воду надо пить кипяченую, и тогда она не будет портиться, и тогда она не будет вызывать заболеваний каких-то. Они ушли по позиции эволюционирования, приспособления к вину. А китайская цивилизация пошла по другому пути. Ну и плюс большое количество разнообразных приправ и острых специй, которые добавлялись в еду, а капсаицин, он, в общем-то, действительно на каком-то этапе при определенных концентрациях может обладать антибактериальной эффективностью. Знаете, бедный там перец 100 миллионов лет эволюционировал, учился накапливать в себе капсаицин, чтобы его никто никогда не ел, а мартышки за 50 тысяч лет научились его жрать. Вот, такой вот, вот такие вот расхождения по генетике, по ферментативной системе возникают и отношение к алкоголю. Ну это просто такой пример, что называется для затравки. Теперь немножко о терминах. Немножечко вернемся вот в а, те времена, когда мы проходили биологию основы генетики на первом курсе. Вот и просто несколько терминов, которые мы сегодня будем упоминать. Просто я напомню их значение. Значит, аллель – один ген из пары генов, находящихся в специфичном месте хромосомы. И вот фармакогенетика и фармакогеномика. Теперь в чем различие этих двух терминов? Фармакогеномика – это ну, некая более общая часть. Это изучение роли наследственности в развитии индивидуальной вариабельности фармакокинетики и фармакодинамики. А фармакогенетика – это конкретное изучение наследственных различий фармакогенетики и фармакогенетики для каких-то конкретных лекарственных препаратов. То есть, когда мы говорим о фармакогенетическом тестировании, мы правильно говорим, фармакогенетическое тестирование, мы изучаем, там, ищем какие-то гены, которые отвечают за метаболизм того или иного препарата. Когда мы говорим о науке фармакогеномика, фармакогеномика как наука изучает общие процессы. То есть, давайте скажем так, фармакогеномика – это наука, а фармакогенетика – это ее прикладной раздел. Ну, так говорились. Полиморфизм. Полиморфизм наличие в популяции двух и более аллелей одного и того же гена. То есть как раз таки разные аллели, распространенные в популяции, которые подчеркивают э, различия этой популяции. И сразу же такой термин, там э, есть такой термин дикий аллель. Но ну, дикий аллель это не значит, что он царапается и кусается, это наиболее распространенная в популяции аллель и секвенирование генома. Да, сейчас мы говорим о том, что в принципе мы можем проводить исследования, полностью секвенировать геномы, можем полностью с помощью сиквенс, последовательность, с помощью секвенсоров выделить последовательность э, генов, кодирующих те или иные аминокислоты в белках, и таким образом прочитать полную последовательность человеческого генома. Другой разговор, что это, конечно, породило отдельную науку, это сейчас биоинформатика, которая занимается поиском взаимоотношений между секвенированными последовательностями и их проявлением в вообще в живых организмах. И пока что, конечно, наших ресурсов даже не хватает для того, чтобы переработать весь тот вал информации, который мы имеем. Ну вот пример. Вот пример как раз таки того, что мы называем аллели, вот эти вот пары хромосом. Ну вот, например, сверху. Вот то, что большая и малая буква. Большая и малая буква, помните, есть у нас доминантные и рецессивные гены. То есть в случае встречи этих двух генов в одной аллели, у нас э, доминантный ген побеждает рецессивный ген. А так, если встречаются гены, определяющие карие глаза, с геном, определяющим голубые глаза у человека, побеждает ген глазости. Точно так же, как темные волосы, они побеждают ген светло блондинистых волос. Вот. Малое «Д» да и большое «Д». Да. Ну ладно, не очень умный – очень умный. Да, человечество бы, наверное, не прогрессировало, если бы все-таки не очень умные побеждали очень умных. А, забавное да, а, забавное умение а, с, а, сворачивать язык, например. То есть вот один а, один из генов а, мы наследуем от мамы, второй ген от папы, и дальше а, эти гены сталкиваются, и в случае а, их а, столкновения побеждает доминантный ген. Немножечко о мутациях. Итак, во многом изменчивость, изменчивость любого рода определяет мутация. Количество мутаций, качество мутаций, самое главное, последствия мутации, то есть способность мутации оставлять после себя, способствовать выработке жизнеспособного организма и, самое главное, способность этой мутации давать этому организму какие-то, может быть, преимущества для его дальнейшего выживания и продвижение по вот этой вот самой эволюционной лестнице. Ну, мутации можно поделить на геномные полиплоидизации или анеоплоидизации, то есть когда у нас меняются генетические просто наборы, количество генных наборов, ну, на самом деле это в меньшей степени относится к наукам о человеке, это в большей степени может быть используется в сельском хозяйстве. Какие-то хромосомные мутации, хромосомные изменения, дупликация, удвоение хромосом может быть, инверсия, когда хромосомы вместо вот та, того, чтобы быть вот так, становится вот так, то есть хромосом просто переворачивается, транслокация, перенос одной части с одной хромосомы на другую хромосому, ну и делеция, разбивание хромосомы. То есть это мутации, когда мы ну, можем, скажем, под микроскопом увидеть, когда мы изучаем кариотип, мы можем увидеть, что набор хромосом уже другой. А теперь мутации, связанные с уже заменой оснований, да, вот этих самых аденин, гуанин, тимин, цитозин, курацил. Итак, они по своим проявлениям могут быть silence, nonsense и missense. Silence мутация. Что такое silence мутация? От silence это молчание, молчащая так называемая мутация. Произошла точная замена основания: донин заменился на гуанин. Может быть, да, может быть даже произошло изменение структуры белка. То есть вместо одной аминокислоты в последовательность цепочки встроилась другая аминокислота. Но белковая молекула не потеряла, к примеру, своих стереохимических каких-то свойств. То есть она имеет ту же самую пространственную структуру и поэтому она выполняет свою функцию в организме без всяких проблем. То есть в этом случае мутация молчит. Нонсенс-мутация – это когда а, мутация привела к а, выработке бессмысленного генетического кода. То есть она, скорее всего, останется, она не будет распространяться дальше, ну, это просто потому, что этот ген, он перестал работать. И миссенс мутация – это смешение смыслов, то есть когда вместо одной аминокислоты начала вырабатываться другая, появилась другая последовательность, другая цепочка аминокислот. Могут быть, может быть такое понятие, как точечный сдвиг рамки чтения, связанный с делецией, то есть с вышибанием одного из нуклеотидов, и с инсерцией, вставлением одного из нуклеотидов. Ну вот здесь вот на картинке, вот смотрите, здесь речь идет о так называемом наиболее сейчас изучаемом понятии, как а, п простой нуклеотидный полиморфизм или сингл нуклеотид полиморфизм (SMP) так называемый. То есть SMP это когда происходит замена, к примеру, одного из нуклеотидов. Вот видите, скажем, здесь основание заменяется вместо аденина может быть гуанин либо тимин. Таким образом, дальше ГЦА это идет триплет, да, который обеспечивает э, э, определенную аминокислоту, а дальше могут уже возникать различия. Теперь смотрите, если, например, вот так мы так закроем эту букву А, и у нас произойдет так называемая делеция, что будет, как будет идти рамка считывания? Рамка считывания пойдет в ГЦА, и дальше вместо АЦГ она прочитает ЦГТ, ТАГ и так далее. То есть делеция одного нуклеотида вызвала то, что рамка сдвинулась, и может быть это будет нонсенс-мутация, потому что пойдет абсолютно бессмысленный дальше генетический код. Если мы вставим сюда какой-то один нуклеотид между А и А, получится считывание начнется с этого нуклеотида, и опять произойдет сдвиг рамки считывания. А в этой ситуации сдвиги рамки считывания чаще всего приводят как раз-таки к нонсенс-мутациям. А вот такие вот замены одной Одного нуклеотида, одного нуклеотидного основания на другое. Оно приводит к тому, что сингл-нуклеотидный полиморфизм приводит к иногда очень интересным и реалистичным проявлением. То есть, например, если эти, э, нуклеотиды кодируют какой-то фермент, фермент этот появляется, фермент работает, но свойство этого фермента, в частности, скорость, скорость его работы и активность этого фермента может быть другой. А во многом именно от работы этих ферментов зависит то, как действует лекарство в организме. Если мы рассмотрим иерархию проявлений э, полиморфизма единичного нуклеотида, ну вот мы там возьмем все СНИПы, экзонные изменения, какие-то несимметричные SNP, неконсервативные изменения последовательности, они очень многие они, эти изменения, они просто не дают нам никакого никаких внешних проявлений. То есть они остаются для э, функционирования организма на макроуровне незаметными. Фермент там белок вырабатывается, он выполняет свою функцию, он работает, и изменения этой структуры белка они, ну, не являются принципиальными. А дальше более серьезные, например, могут быть изменения. Ну, какие-то изменения, которые мы правда видим только инвитро например когда мы изучаем активность этого фермента инвитро в эксперименте мы видим что его активность э, отличается но при этом на уровне функционирования целостного организма активность будет та же самая а вот это вот уже три достаточно серьезных ситуации это ситуация которая изменение активности того или иного фермента могут приводить к изменению фармакокинетики лекарственного препарата они могут приводить к изменению фармакодинамики лекарственного препарата и к изменению реакции на то или иное лекарственное средство. Ну и в конечном итоге они могут приводить к изменению клинического исхода. Вот это вот как раз таки те фармакогенетические аспекты, которые мы вынуждены тестировать у больных, когда мы, например, встречаемся с каким-то парадоксальным, неожидаемым либо эффектом лекарственного препарата, либо, напротив, отсутствием эффекта этого лекарства. Я постараюсь там в дальнейшем просто привести вам какие-то примеры. Ну вот смотрите, вот если говорить о, скажем, о фармакокинетике и фармакодинамике, ну вот у нас вводится какой-то лекарственный препарат, который имеет определенную, а, определенную биоусвояемость. Усвоился, всосался, вот его какое-то количество попало в системный кровоток, и вот оно связалось с рецепторами и подействовало. Это тот нормальный эффект лекарственного препарата, который мы, собственно, от него ожидаем. Другая ситуация – Какое-то количество этого лекарственного препарата всасывается, но в силу изменений, к примеру, в плотности, скажем, белков, транспортирующих органические анионы через мембрану кишечника, в системный кровоток проникает гораздо меньшее количество этого препарата, чем должно было проникнуть через э, тон стенки тонкого кишечника. Соответственно, да, он действует, но его концентрация оказывается недостаточной. Ну, вот видите, это, скажем, два рецептора, там, условно, из пяти, они остались незанятыми, то есть лигант рецепторного взаимодействия не произошло, а препарат подействовал в меньшей степени. Это вот влияние особенностей изменчивости на фармакокинетику. А влияние на фармакодинамику может быть. всасывание препарата произошло без проблем, здесь все нормально. Но скажем, частично рецепторы этого препарата они изменены таким образом, что например, часть рецепторов она по тем или иным причинам является дефектной. Связи препарата с этими рецепторами не происходит, соответственно эффект препарата меньше и оказывается меньше влияния на фармакодинамику. Ну и еще один аспект, это когда и недостаточное количество препарата, например, попадает в силу каких-то фармакокинетических особенностей, и часть рецепторов является извращенной, а, то есть эффект препарата он уменьшается как за счет фармакокинетических каких-то особенностей организма, так и за счет фармакодинамических особенностей. Вот, теперь немножечко скучно такой вот э, скуч, э, скучным отчасти что называется но ну, вот просто каким образом сейчас мы описываем те или иные взаимодействия те или иные генетически обусловленные э, свойства человеческого организма лучше всего вот я раньше говорил что лучше всего изучена система цитохромов да, э, ферментов которые превращают э, э, молекулы э, определяют их метаболизм в печени и в энтероцитах в первую очередь то есть в метаболически активных тканях и, соответственно, эти цитохромы описываются, то есть тип цитохрома, семейство цитохрома, тип и подтип, ну вот как 29, например. Но для, каждых, для этих цитохромов для них же описываются и такие аспекты, как аллели. То есть вот, например, там дикий аллель первого, второго, первого типа, второго типа, ну и какие-то другие аллели для тех же самых цитохромов могут быть. Вот смотрите, какие есть изменения, скажем, в цитохроме 29. Они очень сильно распространены в европеоидной популяции, а, собственно, это та популяция, с которой мы как раз-таки имеем дело в своей а, практической работе. Скажем, а, вто, а, второй тип: а в 144-м положении аргенин меняется на цистеин. А это приводит к снижению активности цитохрома на 5%, но достаточно распространено. То есть цитохром не так активно будет метаболизировать лекарственный препарат. А, Третья там в 359-м положении изолицин меняется на лицин. Снижение активности цитохрома у носителей этого генотипа а, определяется где-то на 12%. То есть на 12% фермент менее активный, по разным данным, от 3 до 16% всей европейской популяции является носителем этого аллеля. То есть это достаточно распространенные особенности наследования этого фермента, которые в конечном итоге будут влиять на активность лекарственного препарата. Вот для того, чтобы. Привести пример, один из, самых, ну, один из самых популярных препаратов в мире да, является варфарин. У варфарина есть известная нам особенность, это узкий коридор тестирования. Когда мы назначаем варфарин, мы должны контролировать его биологический маркер, международно-нормализованные отношения. И путем измены дозы варфарина, подбора дозы варфарина, мы должны стараться удержать МНО в пределе 2-3 целевая норма международного нормализованного отношения для большинства патологических состояний – это 2-3. Когда мы говорили о взаимодействии лекарственных препаратов, мы уже говорили, что разные взаимодействия лекарственных препаратов могут приводить к активации или индуцированию, или наоборот ингибированию каких-то цитохромов, которые отвечают за метаболизм варфарина. Да, это два цитохрома, 29 – это цитохром, метаболизирующий левовращающий вращающий варфарин. Но, ну, вот, например, мы говорили, что оклюквенный сок является мощным ингибитором цитохрома, 29 а вот в результате чего совместного потребления варфарина с клюквой в крови может повышаться концентрация варфарина, а цитохромы 3А4 и 1А2, они являются метаболизаторами правовращающего варфарина. Ну, тот же самый цитохром 3А4, его можно заблокировать там грейпфрутовым соком. И с другой стороны, мы говорили о том, что варфарин является как раз-таки препаратом, который блокирует работу викор. Это энзим, который осуществляет так называемый эпоксид-редуктазный цикл витамина К в печени. Витамин К поступает в наш организм в неактивированном виде и в ходе эпоксидно э, 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 редуктазной реакции происходит его редуцирование, то есть восстановление до активной э, формы витамина К, как раз-таки которая обеспечивает э, выработку К-зависимых э, факторов свертывания и противосвертывающих факторов 2, 7, 9, 10 и протеинов С и С. А, то есть теперь другое воздействие на метаболизм варфарина – это, например, увеличение его потребления с пищей, нам будет не хватать варфарина, извините, я говорил не на метаболизм, а на эффект варфарина. Мы увеличиваем потребление витамина К с пищей, нам просто не хватает варфарина, и таким образом его эффективность снижается, ну или там пища, например, с дефицитом витамина К, когда обычная доза варфарина будут приводить к дальнейшему повышению МНО за счет дефицита витамина К в организме. Вот. Это аспекты, которые мы контролируем путем разнообразных взаимоотношений. Но есть аспекты, которые нами контролироваться не могут. Это как раз-таки генетические особенности, либо геновикорк С1, который отвечает за эффективность превращения неактивного варфарина в активный варфарин, либо цитохрома 29, который определяет скорость превращения скорость метаболизма левовращающего вращающего варфарина до его неактивного метаболита 7 ваш варфарина так называемого. Вот. То есть вот это вот как раз вот, вот эти вот тесты. То есть если у нас возникает просто вот, э, практический смысл, один одна из самых частых видов тестирования, да, на какие-то гены определяющие фармакокинетические и фармакодинамические особенности, это пациенты, у которых не удается по тем или иным причинам достигнуть стабильного МНО на форме э, стабильных доз, э, в общем-то, общепринятых доз варфарина, и действительно мы тестируем если получаем у них аллельные какие-то мутационные мутантные гены а вот а, кодирующий, например, ЦИП-29, либо ВИКОРК, мы бы говорим о том, что надо применять либо альтернативный варфаринный препарат, либо это позволяет нам менять метаболизм варфарина. Ну вот какие могут быть аллели? Вот я приводил уже второй, третий подтипы, да, цитохрома-29, ну, может быть, восьмой, девятый, они приводят к замедлению метаболизма варфарина. Ну вот цитохром-29, какие еще э -э распространенные генетические особенности могут быть? Например, может быть замедление метабо метаболизма э бензодиазол, диазепиновых препаратов, там, в первую очередь диазепама, а может быть замедление метаболизма амепрозола, может быть клопидогреля. Еще один из типов, правда менее распространенный в европеоидной популяции, это 17-й тип, приводит напротив к ускорению метаболизма этих лекарственных препаратов. К примеру, другие цитохромы. Цитохром 2D6. Достаточно распространенно, в особенности Здесь в европеоидной популяции 3-6 под типу 10-17 приводит к замедлению метаболизма кадаина или замедлению метаболизма ингибиторов обратного захвата серотонина. Ну вот здесь вот внимание, потому что ингибитор обратного захвата серотонина это антидепрессивные антидепрессанты, а препараты, которые являются широко распространенными сейчас в применении, в том числе вот в обычной популяции, и побочные эффекты этих препаратов во многом могут могут быть связаны с а, особенностями генетического наследования тех или иных а, типов цитохрома. А вот это вот э, длинноцепочные, так и называемые, ультрабыстрые метаболизаторы, когда э, этот цитохром представлен ни одной генетической последовательностью, а там прямо цепочка этих последовательностей, там умножение идет определенных последовательностей, кодирующих этот цитохром, и носители этих генов, они наоборот очень быстро метаболизируют тот же самый кадеин и тот же самый, те же самые ингибиторы обратного захвата серотонина. Если в случае с ингибиторами обратного захвата серотонина, что будет? Просто мы не будем получать у этих людей эффекта, то длинные цепочные метаболизаторы, гиперметаболизаторы кадеина, они могут на кадеин давать как раз таки очень интересную, не парадоксальную, но чрезмерную реакцию, то есть у них обычные дозы кадеина могут вызывать состояние наркотического опьянения. Я сейчас покажу, почему это происходит. Ну а особенности метаболизма метаболизаторов цитохрома 3А4, например, 22-й подтип, вот, к примеру, происходит замедление метаболизма токролимуса, ну, скажем, препарата, которые применяются в ходе лечения, в ходе подавления иммунной реакции у пациентов с пересаженными органами, может приводить к замедлению метаболизма метазолавом покритокселы. Вторая фаза метаболизма. Вторая фаза метаболизма, как вы помните, это когда к одной молекуле привязывается какая-то другая молекула, например, происходит ее N-ацетилирование. И вот, скажем, при лечении туберкулеза мы сможем сталкиваться с отличиями по метаболизму, по, по наследованию фермента N-ацетилтрансферазы. Это фермент, который либо в определенных своих, у определенных носителей этой мутации SNP дает ускорение метаболизма эзониазида с рифопицидом, соответственно, с уменьшением эффективности этих базовых противотуберкулезных лекарственных препаратов, либо, наоборот, 12 13 под подтипы дают замедление их метаболизма и замедление Трансфер... работы энцитилтрансферазы приводит к тому, что ацетилирование этих препаратов замедляется, соответственно, повышается их концентрация, системная экспозиция и, возможно, токсичность. Сиапурин метилтрансфераза вот еще один препарат, но это в большей степени уже, например, в онкологических или при лечении системных заболеваний. То есть а, некоторые виды. А некоторые особенности генетической изменчивости, некоторые СНП, они приводят к замедлению активности и метилтрансферазы и, соответственно, к повышению системной концентрации этих лекарственных препаратов. Вот обещал показать, что происходит с морфином. Вот смотрите, что, э, каковы особенности кадеина. Вот, вот, вот кадеин, какова особенность его метаболизма. Дело в том, что кадеин в организме под влиянием разных, под влиянием разных ферментов Превращается в три своих базовых метаболита. Он либо норкадеин, то есть без, без радикала. Кадеин без радикала, но за это отвечает 10 -15%, метаболизм 10-15% общего количества кадеина, который попадает в организм. И за этот метаболизм отвечает цитохром-3А4. А глюкоронил трансфераза она отвечает за метаболизм 50-70% кадеина, а кадеин связывается с глюкуроновой кислотой, получается кадеин 6 глюкуронид который просто является водорастворимым, неактивным метаболитом и выводится таким образом с мочой. А вот где-то 5-15% кадеина, они под влиянием цитохрома 2D6 превращаются в морфин. И вот тут такая возникает особенность у тех людей, которые являются вот этими длинноцепочными, имеют длинноцепочный цитохром 2D6, которые ускоряют метаболизм во много раз, вот эта часть метаболизма, она берет на себя не 5-15, а до 50%. И вот у них до 50% КДИна превращается в морфин со всеми вытекающими отсюда э, последствиями. Собственно, обнаружено было тоже достаточно интересно, потому что, к примеру, ну я не знаю, там особенности отечественных наркоманов. Конечно, у нас КДИн тоже с каких-то пор стал, ну вот в небольшом количестве, который раньше ходил в состав обезболивающих противокошлевых препаратов, и можно было купить в любой аптеке, но в какой-то момент да, его включили в список наркотических веществ. По сути, он является предшественником морфина, он действительно наркотический прекурсор, он наркотический предшественник. Дело в том, что в европеоидной популяции вот эти длинноцепочные метаболизаторы, сверхбыстрые 2D6 метаболизаторы, они практически отсутствуют. Но при этом они присутствуют в большом количестве африканской популяции. И среди как раз таки чернокожих, а, среди чернокожей популяции было очень популярно а, применение кадеина с рекреативными целями. А, европеоидные европеоидные коллеги а по не, собратья по несчастью, да, они пытались применять кадеин в тех же самых дозах, но они этот эффект не получали, того эффекта, который получали темнокожие. Просто потому, что у темнокожих вот эта вот мутация, она очень распространена, и до 40% темнокожей популяции являются быстрыми метаболизаторами кадеина под ЦИП-26, который в их организме как раз-таки превращается в морфин, а не в безобидный кадеин 6 глюкуранит который не приводит к наркотическому опьянению. Вот таким вот образом, например, реакция между разными представителями разных рас на кадеин бывает разная. Ну и могут быть реакции, например, там, PGP или гликопротеин П. Это белок, который отвечает за всасывание в кишечнике. А, скажем, его мутация 34-35G со смены, когда гуанин меняется на тимин, она приводит к замедлению Всасывание в кишечнике дигоксина, некоторых противогрибковых препаратов, некоторых противовирусных иммуносупрессантов, то есть препараты просто не успевают всасываться в кишечнике, проходят транзитом, что называется, через организм. Ани... Белок органического анионного транспорта, ОАТП, отвечает за всасывание в кишечнике статинов, диуретиков, метформина. Достаточно распространена, в том числе в европейской популяции, мутация типа этой мутации, который нарушает всасывание статиновых препаратов в кишечнике и может приводить к недостаточной системной экспозиции этих препаратов. Ну а, соответственно, недостаточная экспозиция, недостаточное восстановление в кровотоке, появление в кровотоке приводит к недостаточному эффекту. Вот э, это примеры, которые характеризуют влияние разнообразных мутаций э, на фармакокинетику и фармакодинамику лекарств. То есть фармакогеномика изучает вот эти вот примеры, изучает эти процессы, а фармакогенетика это уже та прикладная дисциплина, когда к нам приходит, например, пациент с проблемами с подбором доз варфарина, и мы говорим, что ему необходимо провести тестирование, скажем, на Викорк-1 и на полиморфизм цитохрома-2019. Если мы видим у него второй-третий типы, то мы говорим, что, ну, наверное, дозу варфарина, в принципе, надо понижать, потому что у него даже стандартная доза будет приводить к очень высокой экспозиции. А еще один пример, просто в качестве примера, каким же образом фармакодинамика препаратов может меняться. Ну, вот, например, если мы возьмем адреналин биологические адренорецепторы, бета-адренорецепторы. Вот для бета-адренорецепторов описано достаточно большое количество каких-то аллелей, которые в разных его участках определяют на разные особенности функционирования этого рецептора. Вот этот аллель, например, отвечает за влияние его на скорость конечного вырабатывания циклического АТФ, а вот этот вот аллель отвечает на, а, за то, что чем больше мы будем атаковать эти адренорецепторы, тем, будет, тем меньше будет плотность их на поверхности клетки. Но вот здесь, пожалуй, ну, вот, такой вот достаточно интересный аллель. Тут есть вариация, когда в 16 положении а, 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 может быть замена а, а, глицина и аргинина. То есть сами по себе в 16 положении глицин, либо аргинин и тот и другой, и та и другая аминокислота не влияют собственно, на рецепторные особенности э, бета-2-адренорецептора, э, рецепторные особенности к адреналину, но при стимуляции этих бета-2-адренорецепторов некоторыми селективными а бета-2-стимулянтами, ну, например, теми препаратами, которые применяются в лечении бронхиальной астмы, оказывается, что, скажем, те, у кого а, аргинин в 16-м положении, а не а, глицин, они гораздо лучше реагируют на ингаляцию альбутерола. И в ответ на ингаляцию альбутерола у них гораздо быстрее развивается расширение бронхиального дерева. То есть, а таким образом, мутации, определяющие особенность рецепторов, определяют и особенности взаимодействия этих рецепторов с какими-то легандами. В данном случае с лекарственным препаратом, который является бета-2 стимулятором очень, да, очень, очень пока так, такая, в таком еще ну, зачаточном состоянии, что ли, находится эта наука. Несмотря на то, что действительно первые сообщения о возможности генетического, генетически, особ генетически детерминированных возможностей, особенностей организма и реакции на лекарственные препараты появились еще в 30-е годы, до сих пор мы недостаточно часто встречаемся с конкретными рекомендациями, при какой при каких, каких генетических особенностях нужно проводить какое генетическое тестирование и собственно как, как в зависимости от этого тестирования менять лекарственные препараты я сейчас здесь я опять таки к сожалению не могу сослаться ни на один русскоязычный ресурс а потому что ну наверное потому что их не существует и опять потому что подчеркиваю все-таки единственным языком науки ну, на сегодняшний день пока является английский язык и у нас в принципе вся первичная информация появляется на английском языке и поэтому я порекомендую тем, кто интересуется этими вопросами, ссылочку на сайт, который называется FAM GKB. GKB это Genetic Knowledge Base, база знаний именно по генетике где вы можете на этом сайте просто найти описание особенностей фармакогеномики и фармакогенетического тестирования для разных лекарственных препаратов. Вот просто если мы посмотрим, вот здесь на сегодняшний день собрано порядка 780, вот это на сегодняшний, на, на, на сегодняшний момент срез разных аннотаций к лекарственным препаратам, собраны упоминания о необходимости тестирования в различных 165 различных руководствах, и э, описывается 151 э, путь метаболизма и э, воздействия метаболизма лекарственных препаратов, которые определяются теми или иными генами. Вот, а поэтому, э, когда вы видите, что препарат метаболизируется теми или иными генами, в особенности, если вы сталкиваетесь с пациентами, которые относятся либо к нетипичным, скажем, для места вашей работы этносам и нетипичным на, э, национальностям, нетипичным расам, либо к тем к пациентам, которые относятся к представителям так называемых генетических, изолятов то есть это люди которые исторически традиционно проживали в одной местности они заключали браки внутри своего не только своего этносу на какой-то ограниченной ограниченной популяции людей и таким образом у них даже а просто повышалась вероятность накопления в этой популяции каких-то специфических генов, вот представители этих генетических изолятов зачастую дают достаточно парадоксальные, неожиданные реакции на лекарственные препараты. Поэтому, если назначается какой-то лекарственный препарат, и вы сталкиваетесь с какой-то неожиданной реакцией, либо избыточным эффектом, токсическим эффектом, там, где он не должно быть на обычной дозе, либо, наоборот, с отсутствием эффекта на э, стандартных дозах, которые рекомендованы, в общем-то, всеми гайдлайнами, в этой ситуации имеет смысл посмотреть, нет ли у этого препарата каких-то генетических особенностей, не требуется ли этому пациенту провести генетическое тестирование. Для очень многих цитохромов, всех которые, по крайней мере я перечислил на сегодняшней короткой лекции, для всех этих цитохромов в настоящий момент тестирование, тестирование генетического полиморфизма является вполне возможным. Более того, оно постепенно уже входит в рутинную практику. Ну что же, большое спасибо за внимание. Если у вас будут какие-то вопросы, вы всегда их можете прислать. Там кто-то иногда присылает вопросы в Инстаграме, кто-то присылает вопросы на Ютьюбе. Пожалуйста, я постараюсь ответить на ваши вопросы. А на сегодняшний день все. Но учтите, это было просто введение, это был просто некий набросок к тому, чем занимается фармакогенетика и фармакогеномика. Потому что э, конкретно, э, если мы будем говорить о каких-то конкретных вещах, мы можем говорить об этом, ну, я не знаю, часами и днями. До свидания.